вами Крошик Дэй. Воу-воу, всем привет. Аринка, что мы сегодня играем? Матч Маднес. Игра очень простая. Берешь карточку и слаживаешь по этой карточке прямоугольнички с соответствующим рисунком. Но мы немножечко модернизировали эту игру, добавили азарта. Да. И немножечко кэша, налички, настоящие денежки. Доллары, да, денежки, денежки. Здесь у нас есть 5 долларов, 2 доллара, 1 доллар, 10, 20 долларов. И мы, знаете, как отметили, здесь в этих квадратиках, видите, разные как бы цвета. Мы подписали, сколько мы готовы за каждый цвет платить. То есть, вернее, каждый игрок в течение 30 секунд, если он слаживает картинку, он получает свои деньги. О, май гад! И каждому цвету соответствует своя сумма. То есть зеленый цвет у нас 1 доллар, желтый цвет у нас 2 доллара, соответственно 5 долларов у нас синий цвет, и 4 доллара сделали красный цвет и оранжевый цвет сделали 20 долларов. Смотрите, то есть у нас есть 30 секунд. Если Аринка сложит за 30 секунд, она получает по соответствующему цвету. А как мы это все сделаем? Мы сначала все возьмем. Все цвета вот так перемешаем, Аринка выберет свой цвет, я выберу свой цвет. Если она за 30 секунд успевает, она получает свои деньги. Если я успеваю, я тоже получу. То есть, если мы вдвоем успеваем, мы получаем свои деньги. Да, Крош? Да, деньги, деньги, деньги. Да, мы любим деньги. Кто не любит деньги? Мои, если мои. Если мы не успеваем, тогда, соответственно, мы ничего не получаем. Да, такое бывает. Ну что? Деньги остаются нашей маме. Крош, игру начнем. Да! Итак, Крош, вот у нас колода карточек с разными цветами. Выбирай себе один, и я выберу один. И покажи в камеру, конечно же. Ой. Давай, бери этот, а я беру этот. Вот. Мне попалась карточка. Какие там цвета? О, оранжевый. Мне попался на 2 доллара. А у меня на 20. Надо постараться, деньги понимали. А у меня очень легко, у меня очень легко. Итак, таймер включен, время пошло. Так все, так. Крошик, я не знаю, как тебе, но такие денежки мне нужны. Так, мне тоже не очень нужны. Где я хочу сказать, что эта игра даже полезна для развития мозга. То есть вы заставляете свой мозг работать. А мозг это тоже мышца, правильно? Так. Кстати, на разных сторонах. На разных сторонах есть, короче. Стоп! А! Что? Вот, смотрите, смотрите. Нет, ты не успел. Не-не, я из-за того, что мама крикнула, я испугался, и потому... Ты не успел, время вышло. Не-не, все совпадает, смотри, Крош. Я даже опоздала на 1 секунду. Крош, у тебя получилось что-то? Нет. Нет. Ну что ж, первый раунд, у нас здесь табличка, смотрите, Арина, папа, мы делаем прочерки, так как никто Аринка отметь. Никто не заработал ничего за 30 секунд. И деньги отдаются маме. То есть, вернее, нам не отдается, остается у мамы. Так, давай второй раунд. Так, вот сюда так, ложим. Да, ложим наши карточки отдельно. Так, теперь я первая. Давай расставим еще раз, чтобы было удобно. Да. Я хочу, чтобы мне на 20 долларов попалось. Очень хочу. Не знаю, Крош, у меня на 20 долларов попалось. Но ничего у моей жизни не поменялось. Вот скажите, ребята. Так, я беру вот эту. Так. Так. Какая у меня? Желтая. Желтая это 2 доллара. Да, это немного, но хоть на кофе хватит. А мне на 5. Так, тебе на 5, да? Да, мне на 5. Так, Крошка, давай-ка мы сюда. Так, а мне очень похоже на твое, кстати, попалось. Так, 5 показала, да? Да, вот. 5 долларов и 2 доллара. Да. Итак, сейчас приготовились. Мамочка выставляет таймер. Готовы, Кроши? Не стрелочно. Гоу. Погнали. И раз, два, три. Подожди. Кроши. Оказывается, это все не так просто. Это действительно не все так просто. Но, возможно, при желании, при большой смекалке, это возможно. Так, вот так, я уже 2 соединила. Так, кружочек. Вот этот, где... Так, почему 3 секунды, это так мало?
Все. Нас отвлекла луна. Мамочка, я прошу, добавь, пожалуйста, нам 5 секунд. Да. Хорошо, добавляю. Спасибо. О, спасибо, мамочка. Я все! Просто я все же все, посмотрите, у меня все совпадает, я первая, да? Я первая. Неважно, если мы успели оба, мы получаем оба деньги. Гош, я тебе поздравляю с Аличкой. Ура! Итак, твои 5 долларов, мои 2. Так, нам, пожалуйста, наши деньги. Нам? Секундочку. Мамочка, так, выдавай наши деньги. Это мое, это папина. Так, 5 долларов Аринки, ложи так сюда. И мои 2 доллара, ой, я не знаю, на кофе хватит, но на можешь, чай точно. Пап, ты можешь игрушку в Антошке купить на эти деньги? Я обязательно куплю, как только насобираю чуть-чуть больше. Да, так, я тоже. Продолжаем игру, это у нас второй раунд, мы записываем. Да. То есть сейчас, то есть будет третий плюс раунд, да, это был второй раунд. Крош, записываю, 5 долларов. Так. Не-не, это у меня было 2, у тебя 5. 5. А здесь напишу 0. Все. Ну, там прочерк был, да, и так понятно. Так. Приступаем к следующему раунду. Да, расставляем еще раз, чтобы было все удобней. Я вам хочу сказать, кажется, легко, но за... Это очень сложно. Да, вообще в этой игре указано 20 секунд. Но за 20 секунд это нереально. И мы добавим еще 10 нереально секунд. И оказывается, еще за 30 секунд это тоже тяжело сделать. Ну, у нас уже будет 35 секунд. Так, 35 секунд. Крош, это была разовая акция, потому что нас отвлек черный волк, ну наша да красавица, черная луна. Так, пожалуйста, можно так, не самый легкий? Так, секундочку. Прошу. Господа, раздаем. Крошик. Так, давай. Бери одну. Так, не проси помощи подписчиков. Ребят. Но вы для Аринки поставьте лайк, если не тяжело. У меня 1 доллар. А у меня оранжевый. Оранжевый это 20 долларов. Ну, надеюсь, в этот раз мне удача улыбнется. Так. Так, секундочку. Крошик. Мамочка, готов. Таймер. Пап, начнем. Давай, Крош. Время пошло. Так, время тикает. Время никого не щадит. Так, потом еще один такой надо. Так. Где он? Все, вот. Угу. Вот. Так. Я сделала. Не может быть, Крошик, не может быть. Все. Я, конечно, смотрите, рад за тебя, но и мне неплохо было бы получить свои-то деньги, а? Смотри. Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Так, секундочку. Я ураю. Ай-яй-яй-яй-яй. Я за 20 секунд сделала. Все, 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 смотрите, смотрите. Папа, я за 20 секунд сделала. Умничка. А ну совпадает с Аринкиной? Да? Итак, смотрим. Так. Ну, верх ногами, конечно, ну, ничего себе. Крош. Крош, у нас две вот эти квадратики не совпадают. В смысле? Ну вот, смотри, здесь видишь? Ну, ничего личного, это просто игра. Нет, но я все равно выиграю. Нет, Крошик... В следующем раунде у тебя обязательно получится, не считается это. Так, смотрим мою. А ты сделал совпадает уже после того, как будильник зазвенел. Ты не успел. Все-таки меня спалили. Крош, ну ничего страшного, давай еще раз попробуем, да? Отмечай. Давай, ноль. Я хотела свой 1 доллар. Ничего страшного. Знаешь что, мне кажется, надо не в один ряд, а в два ряда. Нет, может так наоборот, может быть, удобнее. Так мозг лучше так воспринимает. Наоборот, мозг лучше так воспримет. Ладно, так. Давай попробуем. Так, ложим сюда. Карты. Это мой способ. Давай, кружечку. Выставляем мне одну, бери и тебе. Так, я беру, что у меня тут? Оранжевый, опять оранжевый, 20 долларов, но я все равно их не могу взять, так что будем надеяться, что в этот раз получится. Крош, у тебя 5 долларов. Синий 5 долларов, вложи сюда. Еще один 5 долларов. Ариночка, я думаю, если много, если много пробовать, однозначно получится, потому что с каждым разом все опыта больше и больше, правильно? Да. И мозг привыкает, наше сознание привыкает к тому, что происходит. Короче, это называется адаптация. Да. Ну что, таймер мамочка запускает? Раз, два, три. Крош. Пошли! Экшен! Так, погнали. Вот, ага. Мне надо такой двойной. Мне надо зеленый двойной. Знаю, что тебе надо двойной, тройной, но все, я уже воспринимаю информацию так значительно я не... быстрее. Я неправильно сделала. Нет, я правильно сделала. Так. Я все.
Финиш. Все, у меня финик. Финик! Финик! Крош, вот. Показывай. Вот это у меня. Так, ребят, проверяйте, все ли соответствует у Аринки, потому что в прошлый раз... Да, все правильно. Да, это было не совсем. Так, у меня все совпадает. К сожалению, да. Почему, к сожалению, мамочка не болеет за бабочку, нет? Ха-ха, денежки давайте! Я самый лузер в прошлом. I like money! Так, все, давайте еще один раунд. Крошик, отмечай. Поставьте лайк Крош. Для моей поддержки. Давай я отмечу. Так. Ну, у меня 5. У тебя 5. А у меня 20. Везет. Так, ну, ладно. Ну что ж, деньги меня любят. Я с ними на ты, как говорится. Стараюсь уважительно относиться... Потому что они тяжело зарабатываются, все об этом знают. Крош, это твоя предыдущая карточка, да? Да, это моя предыдущая. Все, давай. Ты перемешала, а хорошо? А вот это ты желтую не Ладно, все, давай. Так, я беру сейчас... О, оранжевая! Так я с середины вытащил, вы видели? Это была не фальсификация. И у тебя оранжевая. По $20 у нас хоть есть такие деньги. Так, ладно. Если я это выиграю, то у меня уже будет $30. Луна, иди к нам, иди сюда, иди ко мне, иди сюда, красавица. Вот, смотрите, моя поддержка — черный волк. Черный канадский волк. Или просто в простонародье немецкая овчарка. Black Dog, да, Крош? Она болеет за нас. Она знает, что мы, если заработаем много денег, мы ее угостим вкусняшкой. Да, Крош? Да, Луночка? Да, я пойду в магазин, я за них куплю ей за... корм. Все, давай, Крош. Давай, Луночка. Итак, следующий раунд. Это у нас какой по счету? Пятый! Четвертый. Крош. Не, пять, смотри. Четыре было. Пятый. А, пятый. Итак. Как быстро раунды летят. Ну что, погнали? Да. Поехали. Так. Секундочку. Папа, их еще переворачивать надо. Угу. Да, не так все просто. Интуиция подсказывает, что в этот раз будет слишком тяжело. У меня не очень тяжело. Ну, Крошик, я за тебя всегда рад, когда у тебя все хорошо получается. Во-во-во-во-во! Не получилось! Такие деньги потерять, Крошик! А давай, мама, давай ты мне 5 секундочек дашь, давайте нам... Нет, Крошка, правило есть правило, мы не можем. Это будет, во-первых, неинтересно, потому что на то и существует правило, чтобы их не нарушать и вот увидеть настоящего истинного победителя, или, вернее, того, кто больше всего заработает денег. Да. Ты что, плачешь? Да. Это тебе слезы так деньги добавляют, вернее, отсутствие их. Ариночка, в следующем раунде нам по-любому повезет. Итак, отмечай. Прочерк, ставь или нолик просто. Так, следующий раунд. Бери карточки наши. Мешай и... О, я все вижу. Я все вижу, все карточки вижу. Крош перемешала. И давай я в этот раз. Ты не против? А я что-то все вижу. Секундочку. Так, растасовали карты. Итак, раздаем. Делайте ставки, господа. Капушик, выбирай. $20. Так, давай. Так, нет. Да я бигл, ты высматривала. Я не высматривала. Нет, Крошик, так не пойдет. Не. Да я не высматривала. Конечно. Отсюда, смотри, давай. Я просто вот так вот хотела. Вот одну. Да. Вот так вот ты хотела. Красная, а у меня тоже красная. Неплохо. Красная опасная. Красная у нас $4. Как говорится, золотая середина. Не один, не 20, не 5, не 2, не 10. Итак, нет, раз, два, пошло. Три. Экшен. Так, главное в этой игре, я вам скажу, расслабляться, чтобы все было на релаксике, да, Крошик? Я не могу найти, они просто меня не подсунули. Ну, было бы так все просто. Так. Все бы стали миллионерами. Так. И надо вот эту черную, красную, синюю. Я выиграла. Сейчас.
Так, 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 так. Я все. Секундочку. Все. Ты действительно все, я не успел. А ну посмотрим. Аринка, все, Аринка, давай пять. Я тебе поздравляю, денежки, мама, в студию. Сколько Аринка заработала? Красно, $4. А может я понюхаю? Не надо. Я так люблю запах денег, особенно зеленых. Да вот свои нюхай. Да, это точно. Ну что, отмечай, как этот раунд мы сыграли. Видишь? Шестой. У тебя уже... Папа, ты мне фломастер не дал. Моя двадцаточка, конечно, перевешивает, но все равно крошек уже. Ноль. По количеству раундов Аринка меня обогнала. Ну, следующий, где писать? Давай здесь пиши. Подожди, подожди. Вот с этой стороны, только не сильно большой, чтобы нам еще хватило. Четыре. Так. Ой. Следующий раунд. Так, следующий раунд, так. Так. Давай. Лежи сюда. Папа, так, так, давай, хорошо, мешай, не подглядывай. Не, там было. То... Нет. А, это не было, да? Нет. Крошка, давай я помешаю, потому что я чувствую, что здесь идет чистой воды афера. Как говорится, даже иногда сам себе не доверяешь. Ты первый. Так, смотрим. Все честно, никто не подглядывает, никто. Так, так, так. А ну-ка, давай. Оранжевая. О, красная опять. Ну что ж. Так, красная это красная. Я... Красная опасная. Давай. Давай, хитруля. Давай, крошик. Оранжевая. Аринка чувствует запах больших денег. Ну, во всяком случае, это больше в этой это игре. Это мое было? Итак, это приготовились? Старое. Приготовились? Так, секундочку, расставляем. Так. Есть еще раз. Я уже вижу. Фу, крошек, давай. Готова? Да. Мамочка, запускай таймер. Пошла. Пошла жара. Расслабьтесь, главное, не напрягайтесь, не суетитесь. И тогда денежки приплывут к вам. Обязательно они к вам приплывут. Мама, ты уже мою, походу, забрал. А вот. Так. Да, блин, нету. Так. Стоп, финиш! Я даже, честно, сам себе не верю. Крошек. Я в последнюю секунду Секундочку. Успела. Отодвигаем, не трогаем. Я в последнюю секунду успела. Крошек, я очень рад за тебя. Не дышать, не дышать. Смотрим. Так, все совпадает, а я тебя поздравляю, крошик, а я, все, смотри, совпадает, я тоже сам себя поздравляю, крошик. Продолжаем? Я богата! О, мне аж легче стало, и кофе не надо, так. Папа, мы продолжаем. У меня денег больше, чем у тебя. Кроши, я могу подсказать тебе, что с ними сделать. Ладно, расставляем, продолжаем. Отмечай, на следующей стороне у нас здесь уже закончилось время. Ариночка, я сейчас немножко перемешаю и даю тебе колоду. Так, раскрывай. На вытянутую руку, на вытянутую руку. Давай я первый беру, да? Красная, опять красная. Давай ты теперь бери. Так, давай вынимай смелей. Оранжевая, $20. Что происходит? У тебя нет сканера случайно? Нет. Нет, мало ли, может какое-то оборудование у тебя скрытое шпионское. Да. Я уже не знаю, сомневаюсь. Мамочка, включай таймер. Поехали. Раз, два, три, экшен. Так, погнали. Так, нужно две вот этих штучки. Не знаю, иногда кажется, это невозможно, но знаете, в жизни нет ничего невозможного. Так, последнее, последнее, последнее. Так вот, я как-то все. Я хочу сказать. Стоп, и я все. Подождите. Есть, успели. Крошек, давай пятерик. Вот. Так, смотрим. Аринку проверяем, все ли... Подходит. Да. Все, Ариночка, деньги твои. Это $20. Так мы Альбин, мы банкроты. Да, с такими играми.
Ладно, у меня проверяем. Смотрите, все совпадает. Так, да, все совпадает. Да. И мои копейки 4 доллара. Ну, чем богат, тем рад. Да. Не зазнаюсь. Так, крошик. Где? Следующий раунд. О, записываем, записываем. Конечно, будем записывать. 20. Сколько у тебя? 20. У тебя 4. У тебя 20. Я уже папу обогнала на кучу раз. Да. Дети должны быть лучшие родители. И мне так мой папа говорит. Сегодня вам так понравилось. Так, секундочку. Какие тратить? Я тебе говорил, куда надо вкидывать деньги. В недвижимость, папа, в акции, в активы, в пассивы. Я буду на айфон копить. Ты знаешь, сейчас полпланеты девочек копят на последний айфон. Я уверен в этом. Поправьте меня в комментариях, если не прав. 11-й. Я думаю, вполне возможно. БУ? Ладно. Этот крошик. Так, давай. Давай, ты первая, ты первая. А ты смотришь! Я вижу, ты смотришь отражение! Я не смотрю! От камеры! Я не смотрю, реально! Пока мне с папой мешают карты, я мечтаю о оранжевом цвете. Конечно, крош, это же самый дорогой цвет. Выбирай. Да. Давай, давай. Опять. Давайте они. О. Зеленый, а у меня красный. Опять красный. Мне все равно, ты меня не догонишь. Так, таймер запускаем. Эта карточка у меня уже была. Не, не была, они все похожи. Ты уже, они в колоде. Крош, давай, приготовились. Да. Так, запускаем. Потом двойной. Мне надо двойной синий. Двойной синий. Синий Ламборгини. Эу, это мое было, крошик. Так мне это не делается. Это очень, бы нагло, можно так сказать. Я все. Все не все, а у меня тоже финиш. Так, проверяем. Крош, проверяем твой сначала. Время у нас, смотрите. Мы успели время, мы успели заблаговременно, ну где-то, я не знаю, чуть ли не за половину времени справились. Это знаете, что означает, пап, что... Ты справился за 3 секунды до конца. Ну в любом случае мы стали быстрее, оперативнее, правильно? Наше зрение, мозг начинает воспринимать быстрее, мы становимся опытнее, правильно, крошка? Да. Так что давай проверяем твой, смотрим. Все совпадает, я вижу все, мамочка, ты все видишь? Я тоже вижу, все совпадает, получи свои 1 доллар. Тоже, тоже вариант, как говорится, не с пустой корзиной домой идем. Так, смотрим здесь, все совпадает, все, мои денежки тоже, 4 доллара, как говорится, немного, но стабильно. Вот так вот. Так, ты знаешь, еще один раунд? Ну, давай еще один раунд. Крош, отмечай, доллар и 4 доллара. Так. Доллар и 4 доллара. У тебя 4. Окей, так, ладно. У меня 1, 2, 3, 4. Так. Так, ребят, кто еще не подписался? Обязательно подписывайтесь. Да, да, мы как бы очень будем рады, если вы подпишетесь. Нам будет очень приятно. Так, крошек, пап, все. Подглядывать давай. Не будешь? Не буду. Ладно, давай ты. Давай. Так. Красная, опять красная. Но это точно мой счастливый цвет. Он мне постоянно выпадает. Не знаю. Так, давай. Отзеркаливает камера? Нет. Нет, ага. Я вычислил. Все, третий раз взяла красный. Все, красный, окей. Так, секундочку. Запускаем таймер. Поехали. О, поехали. Так. Так, а что ты мою руку убрала? Это так нечестно. Так, напряжение растет, крошит. Так, мама нам еще помогает. Так, секундочку. Ты все? Да. Так, я уже давно все. Папочка, быстрее. Сейчас я реально не успеваю с вами. Оу, ноу. О, Аринка, так, проверяем. Аринка, все правильно, я тебя поздравляю. Спасибо,
сейчас будем считать деньги. Да, деньги однозначно любят. Да. Считаем деньги и объявляем победителя. Да, так, 1, 2... 5, 4, 6, 8, 10... 5, 1... 34 доллара. Неплохой улов. Итак, вы посчитали, у меня 34 доллара, Крош. У меня 57. Мои поздравления, Крошик. Спасибо. Да, с вами был Крошик Дэй. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока и не пропускайте еще новые видосики. Давай у меня побудут твои деньги, и когда надо, ты ко мне обратишься. Нет. Послушай. Не надо. Я точно знаю, куда их вложить. Не надо. Крош, ты веришь папе? Нет. После этого ладно. Нет. Послушай. А давай сыграем в эту игру, только на уже ты на свои деньги, а я на свои. В смысле? Это как? Ну, то есть, а это у кого-то станет больше, у кого-то меньше. Или у тебя больше, или у меня это ты больше. Не как-то надо. Так. Нет. Нет, ты что, папе не доверяешь? Нет. Давай еще раз такой видос снимем. Мне нравится. Он меня мотивирует. Это мои деньги. Я никому не отдам их. Так ты действительно хочешь 11-й айфон? Конечно, очень хочу. Новый или, может, БУ там? Новый. Да? Да. БУ тоже неплохой. Говорят, новый. Они очень надежные. Новый. Хочу. Фу, ладно. Так, ну ладно, давай прощаться. Это ты готова? Экшн. Экшн. Пока. Пока.